Глава республики Владимир Уйба провел заседание антинаркотической комиссии. Подведены итоги социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров школьников. Так, в прошлом учебном году социально-психологическое тестирование проведено во всех образовательных организациях республики. Тесты прошли 49 615 обучающихся. Это 88%. В медосмотрах, включающих химико-токсикологические исследования, приняли участие 1811 учеников. Из них потребителей наркотических средств и психотропных веществ не выявлено.